Вопросы семейного благополучия и повышения уровня рождаемости приоритетные для Одинцовского округа. Второй этап акции «Подари мне жизнь» прошел в женской консультации Одинцовской центральной районной больницы. Программа запущена по инициативе Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой в рамках реализации проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия». Мы хотим все-таки всем нашим пациентам объяснить, рассказать, как работает наша консультация, какие у нас возможности, как мы наблюдаем беременных, как мы наблюдаем гинекологических пациентов, как можно к нам попасть, как можно записаться. Хочу уточнить, что к нам нет прикрепления по месту жительства, то есть к нам может попасть любой. У нас есть кабинет первичного приема беременных женщин, когда любая беременная женщина, даже без записи, придя в нашу консультацию, может стать на учет без очереди. В рамках второго этапа акции прошел круглый стол. Главные спикеры – представители духовенства, работники управления социальной защиты населения, врачи и психологи. В числе слушателей, конечно, и будущие мамы. Именно для них проведен ликбез на тему прав и социальных гарантий, возникающих после рождения ребенка, а также освещен ряд других вопросов, которые обычно волнуют беременных женщин. Есть такой вариант, опять же, да, это опыт христианской жизни, да, обязательно молитва. Надо отметить, что в женской консультации уже много лет работает школа будущих мам. Лекции в том числе проводят и священники. Я старался вот в этот момент подготовки молодых к уже родам поддержать их, рассказать о месте человека в этом мире, о радости материнства. Молодых мам часто волнует вопрос получения льгот и социальных гарантий. Этой теме было уделено особое внимание. Представитель соцзащиты рассказала об условиях получения материальных пособий, которые полагаются матерям в период ухода за ребенком до 1,5 лет. Такие выплаты могут получать не только нетрудоустроенные женщины. Оказывается, на пособие вправе рассчитывать и отец ребенка. Получить его можно только в случае, если он не был трудоустроен и самостоятельно осуществляет уход за малышом. Вы, соответственно, складываете ваши доходы за 12 месяцев. И делите на членов семьи, в данном случае на троих, потому что ваша семья – это трое, да, если это первый ребенок, это вы, ваш супруг и, соответственно, ребенок. И если эта сумма получается у вас менее 20 там, с небольшим тысяч, соответственно, вы это пособие можете оформить. Мамы вправе претендовать и на другие выплаты, в том числе единоразовые. Более подробно обо всех видах пособий на детей, а также о порядке и условиях их получения можно узнать в Одинцовском управлении социальной защиты. Была очень полезная встреча вот с Ириной Вячеславной, которая представляла социальный блок, там, где мы некоторые вопросы социальные как бы по выплатам, я думаю, что это очень актуально для мамочек вот с экономической точки зрения. В целом, я думаю, что эти встречи нужны, полезны, вот, ну, вот как бы, я думаю, что практиковать это нужно. Работа в рамках акции «Подари мне жизнь» будет продолжена. У будущих мам остается еще много вопросов. Специалисты всегда готовы прийти на помощь и дать актуальную информацию. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».